Здесь человек может сам не разрешать себе, да, о чем я говорила уже выше, может сам себе не разрешать каких-то более таких сложных отношений, да, и сложных не в плане там, да, как непонимание, а именно с развитием, с углублением, да, когда уже все серьезно. Вот это он может себе не позволять, потому что здесь больше направлен на легкое, на развлечение, на получение удовольствий. Он его готов давать, это удовольствие, да, и готов его получать, но не более того. Поэтому в плане, например, короля жезлов, как хозяина, да, вот квартиры, здесь такого нет. За ним сразу идет вот это вот какое-то отчаяние, разочарование. Ну, то есть ему это не нужно, ему нужны более легкие отношения. Почему решил прекратить вот именно серьезные отношения, потому что ну не серьезен он к вам. Сам по себе человек здесь, да, не хочет быть серьезным пока вообще никому, и это вас не касается никак. У него много выбора, вы, скорее всего, можете быть не одна, да, семерка чаш. Тут много может быть всех, вот, но опять же, всех-то может быть много, но везде стоит ограничение. Эти ограничения только по легкости ходить. Почему возвращается, да? Почему? Ну, потому что вы все равно привлекаете. Посмотрите, императрица. Вы его привлекаете, вы его маните, потому что видная женщина, красивая женщина. Тем более еще с вами так комфортно и уютно ему, понимаете? Он чувствует, когда с вами ему можно расслабиться. Вы его ждете, вы его там готовы там целовать, лелеять, да, как-то готовитесь там к встречам. Поэтому, ну, императрица, женщина, которая может дать любую любовь, как материнскую, так и женскую, и любовницу, ну, все, да, то есть со всех сторон обмазать маслом. Поэтому идет на ваш ресурс, еще могу сказать, потому что вы сама по себе неиссякаемая энергия, вы можете заряжать мужчину, вот я про что и говорила, да, можете давать энергию, поэтому... Идет к вам, а не давать, даже когда защита стоит, не давать женщина не может. Мы рождены быть батарейками для мужчин, понимаете? Да, то есть мы все равно будем при взаимодействии отдавать какое-то энное количество энергии, это обязательно. Ну, в принципе-то как бы все обмениваются энергией, да, при взаимодействии. Почему возвращается, да, ну вот возвращается-то возвращается, но все подвешено, да, и возвращается, наверное, потому что развития нет, он не развивает, а вы на это согласны. Скорее всего, так. Может прийти, взаимодействовать, ничего не развивая, да, уйти обратно, то есть вот так вот здесь. И еще почему не развивает, потому что мыслей серьезных нет. Вот вроде бы мечи, да, мечи это серьезность, да, это все-таки больше мыслей, раздумий, да, каких-то, да, не то что планов, да, но все равно, да, там какие-то уже планы, да, какие-то стратегии рисуются, но паш, он еще ничего не может, да, в принципе. Двойки, тройки мечей, двоечка это перекрещенные мечи, да. Никакого развития. Тройки здесь может быть, да, израненное сердце, да, конец отношений. Здесь ничего не развивается и развиваться не будет. Он прекрасно об этом знает, что он развивать отношения не будет. И он возвращается просто потому, что вы хочет он развивать, не хочет, но он к вам очень сильно тянется. То есть по императрице невозможно не тянуться. Может быть, вы его на самом деле окружили каким-то таким пониманием, да, которого не хватает от других, то есть вы для него вот именно человек такой, и он приходит, потому что нигде больше таких ощущений, да, никто ему не дает. Здесь вот так.